Всем привет! Вы попали на мой канал YouTube Самый быстрый способ изучения корейского языка С вами учитель корейского языка Соня 방법, Соня입니다. Мы в этом видео будем научиться как читать корейские основные гласные буквы Если вы хотите читать по-корейски за 10 минут, не переключайтесь и оставайтесь со мной Прежде чем начать с вами познакомить корейские гласные буквы, я сначала объясню о законах, которые легли в основу корейских гласных. В корейских гласных используются три элемента – вертикаль, горизонталь и точка, что на самом деле соответственно обозначают человека, землю и небо. Но, к сожалению, сейчас элемент точки не используется, сейчас вместо точки используется а теперь посмотрим, этот закон каким образом реализуется на практике. Поехали. Давайте начнем с первой гласной буквы. Это А. А. Точно так же произносится, как и русская гласная А. А. а и эта буква образована от элемента вертикаль плюс черточка. Вот видели? и ее название это тоже А. А. Хотя здесь написано с кружочком, маленьким кружочком, это произносится точно так же, как А. А. Почему? Вам уже знаком этот кружочек? Этот кружочек как называется? Это корейская согласная буква. Мы уже прошли. IN Ин. И я вам уже сказала, что ИН в начале слова не имеет звуковой ценности. Если вы не знаете согласные буквы, я вам написала внизу этого видео ссылки о ролика, в котором я объяснила о корейских согласных. Вы можете посмотреть. И это А с кружочком пишется, но не читается. И в дальнейшем мы можем заменить этот кружочек на любые корейские согласные, и мы можем уже составить любой корейский слог. Вы поняли? Вот. А я в дальнейшем об этом подробнее расскажу. Сейчас просто научимся, как читать корейские гласные. Вот. А эта буква как читается А. А. Молодцы, умницы. А следующая буква это Я. Я. А точно так же произносится, как и русская гласная Я. Я. А, и эта буква образована от элемента вертикаль плюс две черточки. Вы видели? Вот. И я вам хочу сказать, что с помощью двух черточки вы можете добавить звуковые ценности И. Например, «а» вот это было «а», юзбук звук было «а». И сейчас вы можете добавить а, перед «а» звуковые ценности «и». Поэтому это читается как я, «я», 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 побыстрее «я». Да, на самом деле звук «я» образован от… И плюс А. Я. 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 Вы поняли? Вот. И эта буква как читается? Я. Я. легко и просто. А следующая буква это О. О. Хотя я здесь написала ее звук с помощью русской транскрипции. Это не читается как У, это читается О. О. Челюс ниже находится по сравнению с э, У, и эта буква не задействует губы. А, сейчас вы расслабляйтесь и произносите О, О, О. Молодцы, умницы, я вас обожаю. А, и эта буква образована а, черточки, черточка плюс вертикаль. И читается как о, молодцы, молодцы. А следующая буква это Ё, Ё. А то же самое, я здесь написала ее звук с помощью русской транскрипции. Это не читается как Ю, Ю. Это читается как Ё, Ё. Не задействуют губы и челюсть ниже находится по сравнению Ю. Вот. Не пытайтесь. А, читается как Ё, это буква и образована две черточки плюс вертикаль Ё Ё Вот мы таким образом уже прошли все четыре вертикальные гласные а, Так как эти гласные образованы от элемента вертикаль а Несколько людей называют эти буквы как вертикальные гласные. А теперь мы пройдем огубленные буквы. Эта буква называется У, У, У. Вот точно так же, как русское гласное У произносится, вот У", 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 У, И эта буква образована черточка плюс горизонталь. И эта буква с использованием губ мы должны, должны произносить, поэтому даже называется огубленной буквой. У, у, сейчас видите, с использованием губ мы произносим у, у. Молодцы. А следующая буква это ю, ю. Точно так же, как и русская гласная Ю произносится. И я вам уже сказала, что а, с помощью двух черточки мы можем добавить звуковые ценности И. Это И плюс У, и ю", У. Ю", ю", ю". Вот. Таким образом, эта буква образована две черточки плюс горизонталь. Вы же поняли. А следующая буква это У. У. Точно так же, как и русское гласное У произносится. У, У, У. Молодцы! Эта буква образована от элемента горизонталь плюс вертикаль. И читается как? Молодцы, умницы! А следующая буква это Ю. Ю. Точно так же, как и русская гласная Ю произносится. И эта буква образована от элемента горизонталь плюс две вертикаль. Вот, видели? Такая логика у нас. А мы таким образом все прошли огубленные буквы У, Ю, У, Ю. И теперь Пройдем просто горизонталь и вертикаль. Эта буква, это ы, ы, ы. Хотя здесь я написала тоже с русской транскрипцией, как И. Это не читается И, это читается ы, ы, ы. А, Как будто вы болеете. Ы, ы, ы. Сейчас, вот, этот звук. У, Вот. Шире тяните губы и произносите у, у, Вам должны, вы должны быть осторожными, не «ы», «ы», у, у. Вот, молодцы. Чуть-чуть. Закрываете глаза и произносите у, у, у. Молодцы. А следующая буква это и, и точно так же, как и русское гласное И произносится И, И, И. Молодцы, умницы. Ребята, я очень восхищена вашим напряженным трудом. На этом я заканчиваю. В следующем видео я вам объясню о сложных гласных. Я с нетерпением буду ждать вас в следующем видео. Если вам понравилось общаться с этой корейской подругой, или вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поддержать меня лайком. Так что целую. Пока. Туманная